Лодки с якоря. Вот у нас сейчас снимается превентер и вперед. Крит ждет. Мы идти либо под штормовым, либо под третьим рифом. Мы получаем воду и электричество. Лодку на 14 центов, чтобы его полностью опустошить. Итак, друзья, мы выходим с Родоса и идем сейчас прямым ходом на Крит. Вот, у нас уже стоят паруса. Мы уже готовы. И сейчас у нас происходит процесс снятия лодки с якоря. Вот у нас сейчас снимается превентер. И с носа мы его сейчас совершенно спокойно убираем. Я поставил на холостой. Смотри, даже работает. Вот так все и происходит. Сейчас мы вытаскиваем якорь и вперед. Крит ждет. Все, вышли. Пока ветра нет, но скоро, вероятно, будет. Вот мы идем. Наша бухточка, из которой мы вышли, красивая. Это большие кораблики, очень красивая Греция, вот этими домиками, которые стоят на склонах, такие в каждом ущелье. Класс, очень нравится. А это еще одна бухта, он стоит, там яхточка. Здесь вообще, так как мы идем с подветренной стороны острова, очень прикольно можно стоять вообще в любом месте, где ты находишься. Короче, мы зашли и поставили лодку на якорь. Связано было это с ветром. Как вы видите, сейчас здесь погода такая вот совсем-совсем не очень. А было, ну вот совсем не очень. То есть когда мы полностью залипали, нас просто положило лодкой в воду, парусами в воду. Мы решили, что нет смысла рубиться в комфортной Средиземке. И просто решили переночевать. Осталось нам идти порядка 30-35 миль, но погода будет просто хорошая. Ветер где-то узлов 30. Но вот сейчас мы будем просыпаться уже потихоньку. Мы сюда зашли ночью по радару. Ну тут как бы все спокойно, я не знаю, что вот на входе есть. И для больших кораблей, я не знаю для чего это, но что тут происходит. Тут глубина 5 метров. То есть тут такая вот бухточка. И вот мы стоим, вы видите по натяжке цепи и превентира, что дует тут все-таки значительно. Вот, ну и лодка стоит вот так, то есть достаточно комфортно, почти не качает. Единственное, что, конечно, ветер ее лупит по полной программе. Сейчас будем как-то снимать все с якоря. Короче, мы готовы, посмотрим, что мы сможем это делать. Будем идти либо под штормовым, либо под третьим рифом. Ну, короче, будем импровизировать. Что-то стухло. Островок закрывает, похоже. В каких погодных условиях мы идем? Под тридцатку, наверное. Сейчас, кстати, чуть-чуть подупало, но все равно тут очень-очень неприятные условия. Короче, а вот я одет полностью, потому что заливает с ног до головы. И у нас ребята все в такой же одежде. О, опять подраздуло. Тут вот яхтсмены спят. Вот так вот этот яхтинг проходит. Ничего страшного, не напряжно. Просто все подустали еще после вчерашней ночи. Тут просто вот так посредине. Что-то
там едет Дузик, смотри. Моторная лодка, а за ними наша лодочка стоит, зашвартованная. Вот такая марина. Симпатичный городишко такой. И нам сказали, что где-то вот тут должен быть офис, и мы в него идем. О, лодочка какая-то заходит. Что за лодка? Непонятно. Но под гротом идут, крутые, видимо. Сейчас мы идем по улице города, такие с боков маленькие кафешки. Туристов, кстати, не очень много. Оказалось, что это не порт, это просто магазин, в котором нам дали вот такие вот карточки. Карточка стоит 10 евро и 12 евро депозит. Что за эту карточку мы получаем? Мы получаем воду и электричество. Сказали, что должно хватать на несколько дней. Вот, собственно, так это работает. Реально, чайки жрут машину. Это утки. Вот, собственно, вот это вот маленькое здание. Это и есть порт Авторити. Сейчас мы сюда идем, здесь порт полис, и мы будем оформляться. Происходит следующим образом. Приходим в Костгард, заполняем бумажку, они снимают ксерокопию и оставляют у себя транзит-лог. Когда мы выходим за один день, они же его проштамповывают in-out, и все, до свидания. И еще нужно будет зайти в порт и заплатить какие-то налоги там за порт, но тут как бы этот порт не сильно порт, поэтому он не приспособлен для стоянки лодок, поэтому я думаю, что это будет очень недорого. То есть, как бы, это governmental fee, то есть, я думаю, пару долларов или пару евро мы все-таки за это заплатим. Вот. Очень вежливая полиция, очень приятно было с ними общаться, но такую процедуру нужно будет проводить каждый раз в каждом порту, который мы заходим и выходим. И еще несколько слов касательно вот этого налога, который нам нужно будет заплатить в порт-офисе. Мы приходим, нам полицейские говорят, вам нужно будет это оплатить, но офис сегодня не работает. Он открывается в понедельник. Я говорю, а если мы сегодня, если нам нужно уйти до понедельника? Они такие думали, ничего страшного, идите. Вот такие вот тут правила. Все очень серьезно, особенно в плане налогообложения в Греции.
пришло время, когда нужно подключить лодку к электрической сети. Тут просто это делается интересно, поэтому я хочу вам показать, как это происходит. Я вам показывал, что мы купили вот такой брелок. Электрические провода и вода подключена. Идем к вот этому вот прекрасному столбику. И делаем следующую процедуру. Вот этот ключ, это наш. Осталось 14 евроцентов. Наша розетка. Втыкаем брелок. Нажимаем. Короче, в этой странной системе зелененькие горят лампочки. Это те, которые свободны. Красные те, что заняты. Далее нужно нажать кнопку. Почему? Первое. Вставить ключ. Вставили ключ. Второе. Красное. Он. Ну вот, красное он. Вынули ключ. Вообще ничего. Ну ладно, можем переключить розетку. Идем по инструкции. Вставляем ключ. Выбираем, например, 3. Вот. И вынимаем ключ. Вот нам показано, что ключ 10, в нем электричество есть на 10 евро. Все, что нам нужно сделать, это мы сейчас отключаем вот это, вынимаем вот это, включаем его сюда и активируем. Все, электричество у нас есть. Ну, такая дурная система. А со второго крана мы сейчас дольем воды в лодку на 14 центов, чтобы его полностью опустошить. И потом переключим его на воду, также просто выбрав этим ключиком, что нам нужна вода с этого же ключа. Ну, такая дурная система немножко, но ничего страшного. Мы начинаем новую серию, посвященную техническому яхтингу. Ставил новый фильтр, и вот это за несколько дней он приобрел такой прекрасный цвет. Завтрашний день. А пока вот у нас будет нормальная погода, а завтра будет, конечно, тут ветер. Друзья, мы показали вам, что такое город Ситея. Как тут прикольно начался наш отдых на острове Крит. И далее мы идем вдоль Крита в сторону Ираклиона и далее по островам в Кефалонию. В Кефалонии мы отправляемся в Италию, но это уже будет совершенно другая история. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить колокольчик и нажимайте лайки, для нас это очень важно. А если вы подпишетесь, вы будете первыми в курсе событий, что нового происходит у нашей команды, что происходит нового и прикольного. А также вы будете знать о том, как это яхтинг в Средиземке. До встречи в море!